Привет, не спящие. Ну что, еще по рельсе и продолжим. Так. Ага. Значит, сейф был далеко. Мне было лень, да, вот это вот все. Угу, понятно. Привет, врачи, врачила. Угу. Врач, хочешь антидот? На, антидот, забирай. 3 ампулы за 22 кредита, забирай. Нахрен мне не сдался этот антидот. А есть ли у тебя что-нибудь прикольное? Ампулы, 20 штук. Ну, у меня есть 17 ампул, мне ампулы не нужны. Чашки. За сколько чашки? 15 чашек за 15 кредитов. По кредиту за чашку. Ну, ты смеешься, что ли? Ну, что это за цены вообще такие? Нет, не возьму. А вот если я куплю вот этот вот прекрасный набор для лечения, все это будет стоить мне 513 сраных кредитов. Ну, извините. Это половина всех моих денег в этой игре. Гадкой. Я не готов пойти на такой риск. А можно мне хотя бы долбанную половину? Ну, потому что это реально... Ну, это слишком много. Нет. 257 кредитов за всю эту галиматью. Знаешь, что я тебе скажу, докторишка? Иди-ка ты в жопу. С такими ценами я лучше сам себе скрафчу все это говно. Наверное. И вот. Ограбить бы его, конечно. Пойду тогда продавать лишнее барахло. Можно ускориться? До максимума ускориться. Чего-нибудь хочешь ты? Хочешь стельки мои? Стельки я тебе не продам. Стельки только для меня. Ну, остальное у него всякие мусорни. Пошли к инженерам зайдем. Если и они ничего не хотят, ну тогда уж... Что? Мы ничего делать не будем, бартер. А ты хочешь вот эту штуку? Ты хочешь панели? Забирай. Они мне нафиг не нужны. Сколько там надо починить будет? И все, больше ты ничего не хочешь? Давай мне мои 48 кредитов. Все, до свидания. Не хочу у тебя ничего покупать. Эзра! Или как там тебя? Слышал, что ты сильный псайкер и так далее. Сопротивляться понеслась. Надо у него обилочку бесплатную получить. Ну, а, разумеется, говно, но... Но обилка — это обилка. Оно того стоит. Не надо меня дамажить, иначе я вломлю тебе криплингом. И поверь мне, тебе это не понравится, грёбаный жук. Все, я проснулся. Значит так. У меня есть грибы, кстати. У меня есть катализатор. У меня есть ботинки даже. Вот это все домой. Я говорю... Трансфер. О. 27. Все, работает. Значит, вот это нахрен. Вот это ломик. Один с собой поношу. Вот это нахрен. Вот это. Шприцы, ампулы. Ну, ладно, оставлю. В теории, конечно, я могу переделывать всякий мусор на ходу. Ну, так что ампулы, наверное, оставлять это полезно. Полезно. Так, по поводу крафта дальнейшего. Значит, пси-бустеры крафтятся из шприцов. Так что вперед. Так. Еще мне нужно извлечь. Нет, не извлечь. Мне нужно обработать растение. Так. Отлично. Сделать еще бустеров. Парочку. Все, хорошо. Это домой. Ампулы и шприцы оставлю. Стельки. Ну, ладно, выложу, хрен с ними. 18. Нет, 13 пси-бустеров. Я могу их продать. Вопрос в том, кому. А пойдем погуляем. Поспрашиваем, может, кому-то реально стельки нужны. Закрой дверь. Не, ну а что? Сейчас сходим к местному медику, сходим к агроному.
Может быть, они хотят псибустеры? Посмотрим, какие цены. Как будто в симулятор рынка игра, ё-моё. Ты за бустеры сколько хочешь? Нет, ты так много не хочешь. Это медицина, скорее всего, поэтому 4 штуки ты хочешь. 4 штуки. На. За 4 штуки ты мне дашь 55 кредитов, ты мне дашь за 4 штуки. Сколько мне даст местный врач за 4 штуки? За 4 штуки ты мне дашь ровно столько же. Но ты столько не покупаешь. Он 3 покупает. Нет, я не против. Если цены одинаковые, я абсолютно не против. Одну. В смысле одну? А, это считается медициной. Ну, значит, 2. А это отдай. На, все бустеры тебе. Пойду тому наркоману еще продам эти бустеры. Раз он их покупает. Вот сюда. Мне все еще не нравится эта дрянная система. Серьезно. Ой, вот этот человек покупает 3 штуки и больше все, больше не берет. Вот все у него максимум. Не лезет в него больше. Не круто. 4 штуки. Прошу. Это, кстати, что, кислота? У меня еще 7 бустеров осталось. Прекрасно. Он покупает кожу, органы и химикаты. Но ни того, ни другого у меня нет. Да и продавать тебе я их не собирался. Мне бы купить лечилок себе не помешало. Но так как я коплю деньги на что-то, то, наверное, покупать я их не буду. Поехали, зайдем за кувалдой. Проверим одну интересненькую теорию. Ну, если не выгорит, то что уж поделать. Так, можно мне кувалду? А дверь надо закрывать, да, закрывай дверь. А то мало ли. И... Ой, не туда нажал. К Эзри надо сходить. Он должен мне... Он мне просто должен кое-что объяснить. Наверное. Вернее, персонажу. Здрасте. Что ты со мной сделал? Я дал тебе обилку. Мне нужно больше обилок за деньги. Как напугать других, как сломать их голову, ясно. Из бартера, ну ты, конечно же, ничего не хочешь у меня покупать. Я, кстати, богат, 1007 кредитов. Ну, наверное, мне ничего не надо. Повязку мне точно не надо. А, кстати, а у него есть вот эта вот штука, щит, эмиттер щита. Очки, повязка, очки, повязка, повязка. А что такое эмиттер щита у них вообще? Где он? Где его купить? Это компонент, это понятно, да. Все херня. Стабилизатор поля. Но это тоже херня, это не то. Не, у него нету эмиттера, да и хрен с ним. Пойду еще к инженеру загляну. Может быть, у него что-то есть полезное. Мунитулы. Фрейм дробовика. Всякий мусор. Не, ну так неинтересно, я так не играю. А блюпринты у тебя есть? Так, метательные ножи, арбалеты, боевые ножи. Нет, это все мусор. Ну ладно, я тогда пойду проверю. Пойдем в пещеры. Проверим там, вдруг проканает. Слышь, Малькольм, ворота открой. Кстати, можно выходить... А, нет, нельзя. Там же выхода нет. Печально. Так, буртер, бартер. А, ну да, у тебя же цены дикие. Тебя покупать что-то вообще, наверное, не стоит. 23 кредита за сраный шприц. И ты в жопу. Приколист. Я могу ему капкан продать. Сколько, кстати, он хочет за капкан? Интереса ради. Глянь, у меня, кстати, 2 мунитула, могу один толкнуть.
2 кредита. Вернее, предлагает Аза Умнитул 15 кредитов. О, разоришься, мужик. Разоришься. Что это за место? Что ты здесь делаешь? Это я уже спрашивал. У меня есть больше вопросов об этих туннелях. Понятно. Все это хрень. Пойдем теорию проверять. Ой-ой-ой, страшно. Значит, сейф. Че нам там силу апгрейдит? Сила. Угу. Дайте-ка мне кувалду в руку. Так, кувалда. 24 заряда в кувалде. Минималочка 8. Требование силы у меня семерочка, сейчас будет 8. Оп, все. Силы достаточно. Хорошо. А каких-то новых обилок нет, только атака. Так что пробуем. По камням 0. Он еще по камням промахивается. Видимо, нужна какая-то кирка. Ну, это не смешно уже, серьезно. Что это такое? Такой бред, вот, правда. Кстати, вполне вероятно, что после какого-нибудь левел-апа я себе прокачаю силу и буду ходить с кувалдой. Потому что вроде как веселее. Зачем-то попросил Малькольма открыть ворота. Даже не спрашивайте, зачем? Просто потому что. Просто потому что могу. Почему бы и не? Здрасте. Так, значит, кувалда едет домой. Так, нет, я сказал домой. А вот это в руку. Вот это, кстати, надо еще выкинуть. Метательный ножик мне еще пригодится. Вроде все. Вот эту штуку, кстати, надо починить свои трусы. Все. Норм. Сейф для красоты. Ну и все, поехали. Кстати, да, надо проверить требования в том месте, где надо было перепрыгнуть. Но, по-моему, там не столько дело в требованиях, сколько в характеристиках. Просто мне может, скорее всего, не хватить. Ну, уже еще туда надо дойти. Так, по-моему, это было в пещерах. Кстати, пойдемте здесь еще погуляем. Я здесь как-то не особо много гулял. Может быть, чего нагуляем? Привет, охранник. Да. Елда. Уф-уф, да. С ней я точно не понимаю, чего она там разгавкалась. Грёбаная шавка. Ну, полки это понятно, тут все обчищено мною. Охранник. Ну, нету здесь ничего. Как-то пусто. Жаль. Ни квестов тебе. Ничего такого. Открывай ворота. Ну, осталось только добрести до того места. Мне бы еще вспомнить, где оно. А у меня удочка с собой. Нет. А и хрен с ней. Еще рыбачить. Совсем что ли ку-ку. Пойдем сюда. Я туда иду хоть. Ну, мы пройдем через эту комнату. Какая разница. Куда ты пошел? Бесполезный кусок наркомана. Вот сюда.
А жуки мне не страшны. Есть ведь ножик у меня. Сюда. Интересно, что здесь. Чего ты не пошел? Иди! О! Наркот. Здесь вроде и быть-то никого не должно. Было. Так что пофиг. Мне сейчас просто реально идти некуда. Везде, где я был, уже сильные неписи. Вот здесь вот 3 или 4 неписи стоят довольно мощных. И хрен с ними, что сделаешь. Здесь внизу в подвале жуки, которые тебя просто карают. У них столько АП, что они уничтожают любого, кто к ним близко подходит и кто довольно-таки слаб и не может уворачиваться. Ну или не в броне. Так, вот это место. Вот, чтобы перепрыгнуть. Там, кстати, есть стол, какие-то мониторы. Но, скорее всего, там заперто. Скорее всего, там заперто. На всякий пожарный сейф. Давай. Робота нет. Хорошо. Какие требования? Агилити 9. 9, значит, да? У нас агилити 7. Максимум я могу поднять это 2 семерочки. Увы, там 9 нужно. 2 семерочки поднимать. Внизу двери открываются, по-моему, тоже с помощью 9, так что попасть туда ходу нереально. Жаль. И что делать теперь? Я могу попробовать вступить в схватку с ботом, но... Но он меня расстреляет. Это во-первых, а во-вторых, у меня ведь есть деньги. Это значит, что я могу сделать именно это. Купить Эми. И грохнуть робота. Ну, застанете, по крайней мере. Ты твари. Жуки. Разрывная бочка. Там еще одна тварь. Их здесь так много. 14%. 24. О, я попал. Экшн-поинтов не хватает. О, подходим, не стесняемся. Сейчас я вам тут накидаю. Просто экспу надо где-то набить, реально. О, смотри, папашка пришел. Ну, все, насмотрелись. Ну, это вам, 34%. Закусите, твари. 30. Не попал. Ну, все, это побег. Ему не хватит просто больше ни на что. Да, не буду мины тратить, у меня их тем более и нет. Так, они иммунны к отравлению. Но хотя бы получили урон от гвоздей. Еще и минус 5 АП. Или, ну, в общем, очков движения. Правда, это все равно смерть. Нас зажимают в наглую. 35% шанс попадания ножиком. Ножиком. Ну вот, вот как с этим работать? 35 равных процентов. Раз, два, три, четыре, пять. Он сделал 5 ударов. 1 из 5 ударов прошел. Это же бред. Ну все, копайте могилу. Ам. Ха-ха, что, места нету, да? Эх, вы... Ну понятно, да. Конечно. Само собой, разумеется, подумаешь, плеватели эти гребаные. И куда мне теперь грести с такими приколами?
роботов зачищать? Закупиться ими гранатами и чистить роботов? Ну это же бред. Я не хочу так. Пойдемте до свалки прогуляемся вообще. Доело. Бред. Где она там? Джанкьярд. Нам куда-то вниз. Судя по всему... Ой, твою мать. Куда я зашел? И почему здесь не исследовательная территория? Воу. Здорово. Сифонер. Фига себе, 270 хп. А если я тебя криплингом огрею? Сила уменьшена на 4. Что-то я сомневаюсь, что он в этом бою победит. Но я рискнул. Ау. Рискнул. Молодец. Браво. Победа прямо-таки. На кончике ножика. Откуда там вообще взялся? Удивительная хрень. Может реально с кувалдой попробовать походить? Кувалдой я так задам жару. Мало не покажется. Мне бы какое-нибудь место для фарма. Он опять из воды вылезет. Да. Инициатива на этот раз у меня. Тебе стан для начала 25%. Попался. Тебе гвозди 40%. Ну, придурок, конечно же, кинул себе их под ноги. Вот тебе термальный... Вернее, темпоральный дисторшн, хотя вообще-то подожди. Мне на выстрел хватает, нет? Не хватает. Ну тогда держи темпоральный дисторшн. Раз. И на удар не хватит. Все, просто стоим, ждем. Лучше не ходить нахрен на месте, стоять. А дисторшнов тебе накидаю, пока ты там стоишь. Постреляю в тебя еще с пистолетика. Ой, не та кнопка. Ладно. Придется потерпеть. Ой, промахнулся. Ай-яй-яй, как нехорошо. Что ж ты так неаккуратно? Вот тебе криплинг за это. На, 49. Да, меткость у него, конечно. Огонь просто. Антикоагулянт. Эффект лечения уменьшен на 7%. И как мне с этим жить теперь? Да, молодец. Если бы он попадал, то было бы все в порядке. Но нет, этот придурок решил умереть. Говорит, нахер мне попадать по врагу. Они сами по мне прекрасно попадают. Да... Грёбаная лестница! Как же я задолбался. У этой игры слишком... странное все. Если она пыталась копировать Fallout, то у нее это очень плохо получилось. Кроме механа тут нет практически ничего, а сюжет какой-то скомканный. Ну, давайте будем откровенными. Сюжет вообще в говне откровенном, честном, настоящем, вонючем, дерьмище. Ну, под стелсом они не вылезают. Что же за говно? Опи. Прихвачу. Всякий пожарный. Может быть, здесь переход, кстати? Ага, вот он где.
Ё-моё. Что, все, больше никаких секретов? Так не играю. Это всего лишь был сраный проход к грибам. Ну, ё-моё, ну. Просто кошмар. Просто сраный кошмар. Тут нет больше ничего. Обсидиановый осколок, находочка. Ну давай. Ух ты, 75 экспы. Вот это да. Вот теперь-то заживем. Это ж так много. Это же поможет мне проходить игру. Невероятно. Ну что, сразимся с упырем или как? Давайте я тогда засейвлюсь для начала. Скорее всего, ток он не любит. Поэтому я покажу ему, что такое батарейка. Если она у меня, конечно, с собой. А ее у меня с собой, конечно же, нет. Замечательно. Ладно, план Б. Он все равно пойдет где-то здесь, да? Поставлю вот здесь ловушку. Сюда можно заходить? Отлично. Все, ловушки расставлены. Оп. Ну что, упырь? Вот тебе дисторшн. Вот тебе выстрел. Хера себе. Вот тебе... Ничего, отойду просто. Оп, попался. Ай-яй-яй, что ж ты так неаккуратно-то? Меткость. 10 из 10 просто. Хватит мне? Не хватит. Вот тебе еще сеточка. Дисторшн 95%. Не хватило экшн поинтов. Ну, потерпим, потерпим. На тебе тогда еще дисторшн. Могу еще гвоздей накинуть. Кстати, у меня что-то было такое. А, ножик метательный был. Минус 11. На нем еще 2 дисторшена висит. На тебе выстрел. Патроны кончились. Ну, на тебе дисторшен тогда. Некогда мне перезаряжаться. На тебе 2. Тебе понравится. Метательный ножик в слот. Не засунуть, не хватает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Убило просто. Какими еще эмоциями это описать? А можно сразу гвоздей накидать? Сюда. Ладно, так тоже сойдет. До меня он все равно не достанет. Так, у него еще 2 хода с сеточкой, плюс 2 хода в капкане. А плюс тебе вот еще дисторшены. 2 штуки. Ну, для выстрела из пистолета уже не хватает. Блин. Нихера себе, 83 критический урон. Охренеть. Тут пистолет. А тебе еще и еще дисторшенов тебе. От гвозди я, наверное, зря накидал. Чего, я же нажал пробел. Не соси. Не соси. Он же почти сдох. Тварь. Дайте патронов. И вот это. Так, это нахрен. Сюда. Все, мы заряжены и готовы. Сейвимся. Кидаем гвозди. Я надеюсь, он на этот раз не кинет их себе под ноги. Кусок наркомана. 39%. Ха! Ну, как сказать, не кинул под ноги. Не попал немножко. Наверное, лучше стрелять с него из пистолета, чем херачить дисторшенами.
Хотя, с другой стороны, что мешает мне делать и то, и другое? Так, у него еще один ход в капкане. Вот тебе сеточка. Вот тебе выстрел из пистолетика. Вот тебе ожидание неминуемой кончины. У сеточек отката. Это значит, что мне пора бежать. Сторшина тебе еще. Я пошел по гвоздям гулять. Да я такой. Гуляка. Гулец по гвоздям. 28%. Дисторшн тебе. Не попал. И текаем нахрен. Привет. На тебе криплинг тогда. Попадание. О, да. О, твою мать, какой кайф. Из него еще кожа вывалилась. Отравление, это не страшно. Так. Обработка. Грибы. Вот из этой херни уже не вытащить, к сожалению. И все. Потом из органов можно извлекать что угодно, но не из этих. Сердце 25. И скажу 50. Ну, 40, 25, 50. Ясно, это все на продажу. Это все херня. Впрочем, экспы не так уж много дали. 350 за эту скотину. Пойду за ими гранаты. И кувалдой. Будем роботов расковыривать. Здрасте. Ковырясте. Вы кто? Арчи. Что это за место? Чего ты рыбачишь? Вернее, что ты ловишь? Ты упоминал бар Карима? Да-да-да. С тобой уже об этом разговаривали. Что ты продаешь? Синий угорь. Ага, ну это компоненты. Компоненты. Еда. Агилу поднимает на единичку. Декс поднимает на единичку. Фигня. Сила на единичку. Инициатива на 5. Детекшн на 15%. Все это херня, Карим. Все это говно. А что в этом сюрпризе мусорки? Это хороший сюрприз. Конечно. Есть какие-нибудь слухи? Я слышал, что какой-то капитан или капитаны говорили о месте, которое называется Тихий остров. И, возможно, в нем обитают призраки. Чёртовы моряки. Ну и ладно. Ну и мудак. Пойду на рынок тогда схожу. Слышите, мужики? А, вот, кстати, да. Это... Чё продаешь? Чё покупаешь? У меня тут для тебя есть гильза 44-го калибра. На. Понятно, не на. Так вот, что ты продаешь тут? Что покупаешь? 15, 30, ну это все херня. Армор пенальти 65, ага. Ракушка. Я уже ношу пояс. Все, хрень, балаклава. Балаклава. А сколько она стоит? 245. А скорее всего крафтится из куска кожи. Пули. Сколько стоит? 32. Давай.
Мины, металлическая броня, шлем. Снаряжение для противостояния восстания, флешбенги. Это мусор. Дробовик. Гильзы. Основа для гранаты. Мусор. Это все запчасти. У него, в принципе, есть гранаты. А у тебя есть эми-гранаты? К2. Надо реально метание себе подтянуть. Набор для ремонта механического оружия мне не нужен. Мне нужен ремонтный набор для для электрического оружия. Энергетического. Все фигня. Пистолет, кстати, ломается, но довольно долго. Да вроде все. Что-то как-то... Не то чтобы у него очень много всего было. Где мой блюпринт? Вот. Теперь я могу крафтить пули. Переснарядить любой патрон. Вернее, патрон стандартный, любого калибра. Суешь туда 30 гильз, взрывчатку и стальную пластину. Охренеть. Ну, теперь я пули-крафтер. Да. Восхитительно. Так, Кендрик. Теперь понятно, почему он покупал гильзы. Постоянно. На что охотятся в ближайших пещерах? Редхаунды и хопперы. Есть еще жуки. Но на вкус они отвратительны. Я был очень голодным, когда я попробовал кусочек. Единственная там вкусная часть — это голова. Когда ты ее кусаешь, она еще не такая хреновая, но потом... Да. Ясненько. А продаешь ты всякое барахло для охоты. Ловушки, мачете. Сколько хочешь за мачете? Еще и копье есть, метательные ножи. Сколько даешь, вернее, хочешь за мачете? 32. Видимо, фиксированная какая-то цена. Мачете. Ну, знаете что? А почему бы нет? Дай мачете мне. Потом, мне нужно какое-нибудь оружие новое. 14-27. Вот это интересно, кстати. 14-27. 4-13. 9-20. Там 27. А там есть какие-нибудь требования? 6. Дает атакующему 50% шанс заблокировать 25 механического урона до конца следующего хода. Количество блокируемого. Правильно я это сказал? Вроде правильно. Урона зависит от скилла ближнего боя. Игнорирует 25% брони механической, когда атакуешь органические цели. Урон возрастает на 8% за каждый поинт силы выше 7. Сколько хочешь за копье? То есть купить его у тебя будет вообще нереально, да? Даже если я продам тебе 20 своих болтов. А если я... куплю, скажем, блюпринт копья. Блюпринт копья дешевле, чем само копье. Но все равно денег не хватает. Поторопился я с мачете. Ну ладно, ладно, это все не страшно. На самом деле, может быть, когда-нибудь накоплю деньжат вот этих вот ваших местных и прикуплю.
Ну а пока что мне нужен мачете. Так, мачете. Значит, металл, ручка и лезвие. Ну или что это? Хрень, в общем, какая-то. Ничего из этого у меня нет. Целый модуль, энергетическое ядро. А коллега твой что продает? Мне бы пункт обменный, кстати, не помешал. Так, а коллега твой продает всякую хрень. Шприцы, кстати. Батарейки. О, и наборы. Можно мне один? Батарейку одну. Все равно денег не хватает. А если так? 7. Давай. Батарейка лишней не будет. Ну, заряжу как-то будет надо. Так, а ты что продаешь? А, это же химия. Какие виды мухоморов здесь продаются? Как, вернее, ты здесь продаешь? Озерные, опис, так далее, понятно. Процесс, но у меня процесс есть. Вот прикупить их, конечно, можно. Я могу их продать. По крайней мере, опис за монетку. Ну, иди ты в жопу. У этого будет, кстати, мало. Ну и ладно. Здесь есть две дороги, и в обоих местах я был. Эми-гранат у них нет. Что же делать? Как же быть? А это куда дорога ведет? Там торговец. Пойдем прогуляемся до торговца. Может, чего расскажет. Чего встал? Шел. Здрасте. Кто из вас... Торгаш. Воркер. О, он где-то здесь, не? Уйди, собака. Уйди! Привет, Горд. Что ты делаешь со всем этим мусором? Продаю, конечно. Некоторые таким, как я, некоторым нет. Очень интересно. Так, у тебя есть гвозди, ручная граната, мина, кувалда. У него есть гранаты, кстати. Хаешки обычные, флешбенги. Эми гранат нет, к сожалению. Печалька. Из оружия только дагер 5.15. 11.19, ну как бы очевидно, что мое лучшее. Покупать он особо ничего не хочет, кроме вот флешбенга. Но флешбенг я лучше для себя, приберегу. Дисчарджеры всякие, крафтинг. Хрень. Мины. Хае, фраги. Эми нету. А ты покупаешь, вернее, валюту другую, юзаешь или нет? Не юзает. Очень жаль. Тогда все это барахло. Пойду я. Эдди. Расскажи мне о скраперах. Это моя банда. Не удивлен. Мы достаем, вернее, мы разбираем всякий мусор на что-нибудь более полезное и продаем. А также иногда людей убиваем. Понятно. А эту дверь нельзя трогать. О. Эти двери тоже трогать нельзя.
Даже сюда заглянуть не дают. Сволочи. Что за сборище? Неинтересно. Там еще, кстати, была какая-то банда, которая хотела денег за проход. Ух ты. Закрыто. Квестовая, походу. Да все три, походу, квестовые. Сомнений не было. Охренеть. Просто охренеть. 85. Ё-моё. Коммунеры. Так, вот сюда можно пройти. Сколько денег вы хотите? Я уже платил. Я не заплачу тебе ничего. Я по официальным делам. Сколько стоит? 5 монет, ладно, да. Что говорит пройти? Я тут еще не был. Собаки. Триса. Не хочется со мной разговаривать. Ну иди в жопу. Кучка мусора. Пустая кучка мусора. Жалость-то какая. Уйди, мужик. Фиксер. Чувствуешь боль, я могу тебя починить. Что за забором? Эмбас. Что это, эмбас? Засада? Что-то вроде этого. Обнимаешь. Может, питомник? Что с этими людьми снаружи? Мне больно, можешь меня подлатать? Заплатить 3, заплатить 5. Не скупись на таблетки. Анестезия для слабых. Ладно, я пас. Пара вопросов. Вернее, пара вопросов о мусорке. Ага. Что там с этими людьми? Объединенные станции помогают мусорщикам, когда им это нужно. Привозят еду, одежду. Довольно дешевая. Но лучше, чем ничего. Вам не нравятся объединенные станции? Я так не говорил. И так далее, понятно. Что покупаешь ты, мужик? Что хочешь ты? Я могу продать тебе какой-нибудь разной хрени. Например, вот этой. 4. Сколько там надо было для бустера? 3, по-моему. Вот тут всякие штуки. Адреналин. Химический патрон. Ловушка. Химический пистолет. Уже есть газовая граната. Еще одна граната. Морфин. Не, фигня. 2 монеты за все вот это? Да ты, должно быть, шутишь. Нет, дружище, иди-ка ты в одно место. Почему здесь все врачи такие мудозвоны? Редкостные. Солдаты протектората. Как интересно. Красная дверь. О, Хоппер Джим. Я что, какие-нибудь запчасти я, да, верну завтра? Порт. Приветик. Да, очень интересно. Разочарован. Смотрел на рыбу. Ты еще кто такой? Неплохой улов.
Так, говори, что тебе надо. Я сказал привет, можно задать тебе пару вопросов. Я сказал неплохой улов. Что ты там в воде надеешься найти? Говорю, улов неплохой. Чего, а это? Ну, недостаточно хороший для того, чтобы накормить кота. Можно задать пару вопросов. Каких вопросов? О тебе, о мусорке, о рыбалке. О мусорке. Раздражай своими вопросами кого-нибудь еще. А как насчет рассказать о себе? Мы с тобой не знакомы. Отстань. Ладно, все. Все, до свидания. Не хочу с тобой разговаривать. Говорит, можем с тобой познакомиться, могу потратить на это пару минут. Хорошо, меня зовут Хрен Попадешь. Меня зовут Гизер Форд. Как интересно. Говорит, тебе я мистер Форд. Почему они тебя так зовут? Эй, для тебя мистер Форд. Да, я слышал. Все, до свидания. Что-то он меня задолбал. Здесь, кстати, еще дорога есть куда-то ведущая. Что-то нет у меня сегодня настроения с ними трындеть. О, Кахлимейер. Прекрасно. Эй, путешественник, я смотрю, ты не отсюда. Может быть, тебя заинтересует маленький бизнес? Что ты предлагаешь? Я не всегда жил в палатке. Раньше я жил в комнате, в квартире на востоке. В удобном домике с восточной стороны. Однажды не смог заплатить за защиту, и угри меня вышвырнули. Бессердечные ублюдки. Ладно, извини, не буду тратить твое время своими соплями. Суть в том, что у меня есть кое-какой маленький секрет в том старом доме. И еще я в курсе, что там кто-то засел. Прямо на моих монетках. Что ты мне дашь в обмен? Что-то я реально сегодня прям не в настроении с ними трындеть. А, говорит, ты что, думал, там деньги? Нет. Верни мне мой ножик. Он там где-то лежит. Дорогой такой. Что скажешь, мы договорились? Ладно, принесу тебе твой ножик. Можешь пройти через переднюю дверь. Если сможешь взломать замок. Также можно пройти. Не, это дверь под надзором угрей. Но можешь еще пойти в доки и поискать маленький сарайчик на севере. И можно через эту хрень... Вернее, это можно раздвинуть камни и проникнуть внутрь. Ты выглядишь достаточно тощим, чтобы протиснуться между камней. Даст тебе доступ в туннели, которые приведут тебя к лестнице, которая ведет в старый дом. Прекрасно. Ладно, я пошел. Вот ведь ввязался, а? Дома... Пройди через
пройди через сарай, который ведет к камням, который ведет к лестнице, протиснись. О, кошмар, куда вот это ведет? Ого. Камера безопасности, интерком. Наверное, не стоит трогать интерком. А вот это, наверное, стоит трогать. Что это за дверь такая? 50. А, наверное, он говорил об этой двери. 50, какие-то камни. Через доки на север. Ну хорошо, через доки на север, так через доки на север. Я в целом не против. Попробовать и по-другому. Ну тут понятное дело, не пройдет тебе ни север. Что за дверь красная? Жаль. Пойду с солдатами поговорю. Привет, мужики. Второй лейтенант, солдат. Лейтенант! Лейтенант Гарон. Стой, гражданин, это запрещенная зона, что там? Это аутпост протектората. А, это эмбасси, это, по-моему, представительство. Что-то вроде этого. Что за протекторат, что за объединенные станции. Можно посмотреть на представителя. Можно с ним встретиться. Нет, до свидания. У меня вроде с ними дел нет, поэтому баррель пойду потрогаю. Ох ты, да это же резиновые шарики. Мои любимые. Каждое воскресенье на завтрак себе готовлю. Жареных резиновых шариков. Чуть за место. Ну, очевидно, здесь я был. А сто пудов кто-то есть. Да еще она наверняка закрыта. Пойду-ка я в доки. Да, ведет эта хрень. Надеюсь, в доки. Да. А вот и доки. Здрасте. Так. Ну, видимо, нам куда-то сюда. Капитан Бродерик, привет. Если ты ищешь лодку, чтобы путешествовать, спроси кого-нибудь еще, я никуда не плаваю. Уже несколько дней. Нужно доехать до СГС. Мне бы до Тихого острова, если возможно. Я могу отвезти тебя туда, но это место не для квакеров. Для слабаков. Даже меня оно пугает. Ты уверен, что ты собираешься поехать туда? Чего в этом страшного-то? Я, конечно, недолюбливаю рассказы моряков. Скорее всего, это из-за того, что они жрали много грибов. Но кое-что все-таки меня там напугало. Что-то с этим островом не так. Не уверен, одержим он или что. Это с ним не то, но... Вернее, или нет. Но я тебе скажу, что там происходят странные вещи. Например, какие? Ладно, слушай сюда. Однажды я плыл из города. Будем называть его просто город. Или основной город. Из города, когда я встретился с проблемами. Вернее, когда движок сломался. Чтобы починить его, пришлось выключить основной двигатель. Я не собирался делать этого посреди реки, потому что течение могло быть сильным, нас могло унести. Поэтому я приплыл к острову. К Тихому острову. Бросил там якорь.
Я слышал истории о том, как... Вернее, о том, что он... Что с ним что-то не так. И о том, что... Если там кто-то проводит слишком много времени, то они уже никогда не возвращаются обратно. Но это не пугало меня. Вернее, нет, напугало меня. Единственная вещь, которая меня тогда заботила, это были пираты. Были пираты. Но там их не было, ни одного. Вообще никого не было. Я включил двигатель, и основной свет... Потому что прятался, мне было не нужно, чтобы меня кто-то видел. И к тому же тратить батарейку было ни к чему. После этого я смог приступить к ремонту. Пока я работал в тишине со своим верным фонариком, я видел, что я делал. Я чем-то занимался. Чинил двигатель, наверное. Это заняло часы. Да. Это заняло часы, чтобы... Вернее, чтобы починить двигатель, заняло... пришлось потратить несколько часов. Но я смог. Я запустил двигатель и поднял якорь. Включил свет, и потом я увидел... это. Или стоит сказать его. Я увидел самого себя, стоящего прямо там. Смотрящего на самого себя. Я не имею в виду, что я увидел чувака, который похож на меня. Это был реально я. В точности. Он носил ту же самую одежду. И так далее. Мне показалось, что я смотрел в зеркало. Но это было точно не оно. Его поза отличалась. И одна из самых странных вещей в этом была в том, что... На несколько моментов мне показалось, что кто-то один из нас не настоящий. Это было страшно. И в общем, мы просто смотрели друг на друга и слушали, как поднимается якорь. А когда он поднялся, я дернул рубильник и поехал вперед нахрен. И с тех пор я держусь от этого острова подальше. Прикольно. Ты называешь это страшным. Эта история чуть меня в сон не выгнала. Ха. Ну, посмотрим, когда ты там окажешься, что ты скажешь. Готов или как? Да, погнали! Ха. Искал дом, нарвался на какой-то остров. Поехали! Он меня еще туда бесплатно отвезет. Что, если бесплатно, чего, почему бы нет-то? Здрасте. И это называется Тихий остров. А можно вернуться назад? А вернуться... Нет, не сейчас. Так, вернуться можно. Я, кстати, здесь был. Я здесь с жуком дрался. Что тут есть у вас? Поморы есть. Странное ощущение. Да, странное ощущение. Вы чувствуете темноту. Постоянно обновляется. О, редхаунды! Я как раз их искал. Они как раз мне были нужны, но мне надо оружие поменять. На рыболет. Выстрелить, правда, не получится. Давайте, ребят, по одному. Их там просто довольно много. Я бы не сказал, что они суперсильные, но... Просто их много. Плюс еще две альфа, по-моему, там. Странное ощущение. Так, Альфа, ты моего волшебного болта не получишь, а вот эти упыри получат. 52%. Не попал. Еще раз нельзя. Тоска, печаль. Тогда в Альфу заливай все, что можешь. Сеточку на него накинуть бы. Уже не дают. Подходить к ним — суицид почти. Надо такое место найти, вот, по-моему, вот здесь вот неплохо. Чтобы они не прошли все вместе. Чтобы ко мне Альфа первый не подошел. Но он, конечно же, подошел.
И даже укусил. Но не попал. Опа. Доппельгангер. Иммун ко всем физическим атакам? Охренеть. Ну ладно. Red Hound. Есть попадание. Все, осталось его просто крохнуть. Так, альфа. 190. Нам трындец. Мы не потянем это просто. Ну его нахер. Вот, правильно, так их. Вот молодец, вот мужик так мужик. 80 крита. А доппельгангера я снесу, я думаю. Будем надеяться, что он меня не снесет первым. Ау. Больно, вообще-то. Воу, воу, воу. Ты смотри, опасные твари. Флэшбэнк. Всех. 35%. Смотри, сейчас под ноги кинет. Вот так вот вам всем. Давай, мужик. О, ты молодец просто. Только эта хрень его все равно прикончит. Она даже не застанилась. Походу. Надо было ее первой сносить. Ха, ну ладно, ладно. Редхаундов там много, это уже хорошо. Можно мне рыболет на место вернуть? С этим разобраться. Странное чувство. Эй, альфа! Давай, давай, греби сюда. Сейчас я тебе покажу, ау, что значит кусать меня за жопу. Ты... Полечиться нечем. Как-то их много. Сорок хп дисторшеном сносить это довольно долго. 5-43. О, есть попадание, все. Надо было в него всего лишь один разок попасть. Он стоял пофиг. Дисторшен тебе. А я тут постою. Хера себе они там скопились. Вот гранатку бы им туда. Здорово. Надеюсь, не грохнут. Держи. Тебе. Ну и... Тоже, наверное, тебе. Мне там еще даже осталось... Сеточку накинуть дают? Дают. Ну, да, тогда на альфу. Оп. Попался. Ай, молодец. Адреналин. Еще давай. Не убил. Убил. Отлично. Отлично. Есть шанс, что мы выживем. Кстати, есть ли разница, в кого я пальнул? В альфу или не в альфу? Там сижуки еще и гребут. Подгребают потихоньку. 105, на тебе криплингом. Шхеримся. Так. Вот этому альфе накинем. Ну и все. Есть еще у меня, кстати, такая штука. Можно ее попробовать использовать. Нихера себе он зарядил. Вот это урон дикий. Только не убивай. Не попал. Ау. Мужик меня спасет, скорее всего. На тебе криплингом. О нет, мужик, не мажь. Убей. Молодец. И остальных. Если можно. Усталость. Ой, мне бы подлечиться. Мне бы подлечиться. Для этого придется выйти.
Не хочу выходить. А мне есть чем долбить в себя? Ага. То есть мы вообще страдаем. Ну хорошо. Только близко не подходите. Дай-ка я попробую новую штуку. Это, кстати, смерть. Я так не играю. Еще эти гребаные жуки, ну... Ладно, если там... Ничего страшного не происходит. Это же гребаные жуки, ну... Которые бьют на расстоянии. Если бы меня эти крысы не зацепили, было бы норм еще. Где они там? Крыски. 10%. Я текаю. Давай, давай. Грибай. Сколько там процентов? 32. А если так? 32. Давай рискнем. Зарядов 10. Не попал. Жаль. Мужик, спрячь меня. За него не отойти, только рядом с ним можно стоять. Вот говно. 36%. Ну давай. Да ё-моё. Дисторшн хоть повешу. Редхаундов-то и так можно убить. Ну, по крайней мере... Мелких. Альфы, это да, это проблема. Так, это тебе. 90? Твою мать! 9%. Ладно, не 99, 59 там было. Ну, бывает. Тогда почикаю ножичком, потому что он мне сделает неприятные вещи. А может и не сделает. Ладно, такое положение дел меня на самом деле устраивает. Потому что мужик мне сейчас поможет с упырями. Хоть он и странно распределяет цели. Но тем не менее. А, ты решил мне все обосрать, да? Хороший мужик, хороший. Интересный. 29, 29. Ну, попробуем. Есть попадание. Наконец-то. Флэшбэнк. О, сработало как надо. Шик. Все, осталось просто их шу-шу порезать. Давай, мужик. Рэш. Колоти. Давай еще. Нет! А! Ну, прошлый же раз получилось. Ну почему эти мелкие твари прибежали первыми? За что мне вся эта хрень? Где там эти скоты? Вот тебе дисторшн. Вот тебе из рыболета. 33%. Бэм, не, конечно, я попал, конечно. Сомнений не было. Попадание. Я кувалду с собой не взял. Собирался кувалду с собой взять. Ну, роботов палить там. Но не взял. Давай еще разок. 39%. Хрен там. Да не 39%. Отступаем. О, мужик вышел. Ух, хера себе. Мощный мужик. Два раза не попал, три раза не попал, четыре раза не попал. Не трать патроны, кусок наркомана. Они же меня сожрут. Хотя теперь я могу спрятаться за него. Они его точно не сожрут. Наверное. Заодно и проверим. Сколько процентов? 45. Есть попадание. Шик. Все, можно забить на арбалет.
Я просто прячусь за него и стою, стою, держу его за плечо, такой: мужик, спаси. А он такой берет, отходит и критует всем этим упырям в лицо. Хотя не факт. Какого черта они идут ко мне? Бейте его! Бейте, не меня! Что за... Еще и жуки подошли. Криплинг тебе, тварь. На тебе тогда сетку. Попался. А я отойду нахрен. Ну вас в жопу, наркоманы. Все, делать больше особо нечего. Вот, молодец. Так их. Так их. Мелкий не страшно. Даже мне не попадает. А вот это, наверное, нехорошо. Ну, он крепкий мужик, я думаю, норм. Ко мне там уже очередь выстроилась, как в борделе. Начнем с альф. Метательный ножик в альфу 24%. Не, ну это бред какой-то. Дисторшн ловите. Ты лови. Тебе криплинг. Я могу, конечно, нажать пробел. Я, пожалуй, его нажму. А, альфа мне ничего не сделают. У них там очередь. Так, вот тебе еще. Пока мужик перезаряжается. Вот тебе еще криплинг. Ай, убило. Ну ладно, не страшно. Я надеюсь, мужик меня спасет. Этот альфа с хп не спасет меня, мужик. Дело плохо. Я надеялся, что мужик спасет. Мужик не спас. Хотя я могу попробовать сделать ход конем. Всем спать. О, проснулся мужик. Ну, надеюсь, он не сдохнет. Вроде не должен. Струляй, мужик. Струляй. Огнище, давай. И эту альфу тоже завали. Нет, эту альфу он не хочет завалить. Жаль. Ладно, попробую сам. О, криты. Ну не надо мазать, ну. Да... два промаха, ну как ты мог? Кусок наркомана. Вот спасибо, мужик. Вот прям помог, выручил. Только не умирай. Без тебя хрен уплывешь же. Капитан Бродерик. Родерик. Что делать с жуками? Да, что с ними еще сделаешь? Подходи, добей. Давай. Да не в меня ж! Ты был доппельгангер. Прекрасно, прекрасно. Просто замечательно. Да и ну его нахер. Надоело. В следующий раз продолжим, там сейф есть. В общем, такие дела.